Всем салам алейкум. Вам нравится моя футболка с мусульманским принтом? Такая в интернете будет стоить около 1200 рублей. Но сегодня я расскажу вам, как сделать ее самой всего за 290 рублей, не выходя из дома. Для начала давайте разберемся, что нам для этого понадобится. Ну, естественно, футболочка. Я покупала такую в Тараново с длинным рукавом на распродаже всего за 250 рублей. И самое главное, бумага для печати по ткани. Если ваша футболочка будет белая, покупайте бумагу для белой ткани. Если темная, то, естественно, для темных. Я купила, как видите, белую. Внутри всего 10 листов, стоит 290 рублей. Найти можно в любом магазине оргтехники в отделе фото. Распечатывайте понравившийся вам рисунок только на струйном принтере. Повторяю, лишь на струйном принтере. Старайтесь выбирать рисунки без глаз, иначе с такой футболкой вы не сможете встать на намаз. Кроме того, если вы хотите футболку с надписью, то распечатывайте ее в зеркальном отражении, иначе получится абракадабра. Если вам не хочется, чтобы рисунок лег квадратом на ткань, предварительно обрежьте его по контуру ножницами. Вот, в общем-то, и все. Наша футболочка готова. И напоследок совет. Старайтесь выбирать футболки из синтетических материалов. Тогда рисунок продержится дольше. Удачи!